Тише, тише. Все в порядке. Теперь все хорошо. Вот. Подожди, что случилось? Где Эренд? Засада. В руинах засели налетчики. Напали на наш лагерь. Мы сбежали, они погнались следом. Эренд ушел из лагеря на разведку. Наверное, он все еще где-то там. Что это было? У этих налетчиков есть машина, загонщики. Ты должна найти Эренда. Если они застанут его врасплох, ему тяжело придется. Нет, ты ранен, я должна... Не волнуйся за меня. Я и один не пропаду. Ступай. Ладно. Что налетчики делают в этих руинах? Надеюсь, Эренд в порядке. Ой-ой. Верхом на машинах? Это плохо. Потихоньку. Они тут повсюду. Ага, еще один. Надо скрыться. Они опасны. Отцепитесь уже. Теперь наверх. Может, получится спрятаться тут? Они так просто не сдаются. Придется нырять. Снова машина. Укройся под водой. Меня тут нет. Течение тут сильное.
за мной придут, ясно? Не всех моих друзей вы перебили. И когда они найдут меня, вам всем не... поздоровится. Будь у меня молот, вы бы живо перестали ухмыляться. Довольно, пора идти. Надо помочь Эренду и разобраться с тем исполином. У нас целых два подарка для Регалы. Исполин и болтливая Зерам. Кто из них уродливей? Обобрать лагерь. Посчитают, что тут побывали бандиты. А потом выдвигаемся к остальным, к старому мосту. Понятно. Ага, ясно. А вот и лагерь Эренда. Налетчики не дали им шанса. Мерзкий Азирам. Отлично проведем время. Ты ведь не сделаешь мне больно. Ага, конечно. Ладно, надо идти дальше. Налетчики сказали, что пойдут к старому мосту. Попробуй перехватить их. Надо забраться повыше и проложить путь. Вот и мост. Кажется, я знаю, как мне ускориться. Осторожненько. Побегаем. Я спешу на помощь, Эренд. Берегись! У них там исполин! Эрен, жди там! Справлюсь сама! Попалась!
отвечай! Нашего убили! Открыть огонь! Отдышусь потом. Открыть огонь сейчас же! Огонь сейчас же! Это должно быть больно. Все назад! Главное, успейте вернуться. Замедлим тебя немного. Открыть огонь сейчас же! А вот и он. Теперь мой удар. Мы под огнем! Тебе железка. Покончим с этим. Элой. Рад меня видеть. Еще бы. Ох, опять я у себя в долгу. Да брось. На этот раз за мной не заржавеет. Я нашел то, зачем ты меня посылала. Прямо перед встречей с налетчиками. Ты молодец. А теперь поглядим, куда оно нас приведет. Всегда говорила, что грянет буря. Да. И она уже близко.